Сейчас хочу вам показать, как надо чистить собаке уши. Уши надо чистить регулярно, хотя бы раз в неделю. Ни в коем случае нельзя чистить уши собакам ватными палочками, потому что они могут остаться в ухе, и тогда будет очень большая проблема по излечению. Нормальным средством считается это медицинский зажим с ватой. Или я делаю гораздо проще. Я беру просто туалетную бумагу, палец, вот он палец, да, и аккуратно, собаку, естественно, и аккуратно просто пальцем вхожу в собачье ушко и аккуратно, аккуратно, чувствуя пальцем все его пазухи уха, вытираю. Вот какая-то грязь там есть. Почему я считаю делать лучше всего пальцем? Потому что, во-первых, это более аккуратно, это более нежно. Во-вторых, вы чувствуете, как собаке больно, не больно, приятно, неприятно. Вот, и вы имеете более высокую свободу, скажем, движения туалетной бумаги. Почему туалетная бумага? Потому что если у собаки уши нормальные, регулярно чистятся, нет никаких болезней, загрязнений, вы просто обычной туалетной бумагой убираете какую-то влагу, которая у него скапливается, как правило, это после купания в море, в воде, и пыль, которая попадает в ухо. Вот тут немножко ему больно, поэтому я делаю чуть поаккуратнее. Все, все, больше не будет. Вот. В принципе, это достаточно. Обязательно уши надо чистить собакам, особенно тем, у которых вот такие веслые уши. Потому что они, как правило, бегая и играя на улице, хватают очень-очень много пыли. Так как ушки закрыты, не проходит хорошей вентиляции, поэтому застаиваются. И отитные явления, то есть когда появляется, есть вероятность появления отита, у собак такого типа очень-очень высока. Поэтому хотя бы раз в неделю уши надо чистить. Продолжение видео. У нас вторая собачка. Вторая собачка, у которой ушки стоячие. Да? Но это не значит, что они не так сильно загрязняются, как у собак, у которых они висят. Все равно мы регулярно должны убирать те выделения и накопления, которые остаются в ушах у наших питомцев. Вот мы сейчас одну ушку почистили. Так как мы это делаем регулярно у обеих собачек, у них ушки чистые. Нет никаких проблем. Только очередная пыль. Ну, бог перестань. Он не очень любит, когда ему ковыряется в ушах, но делать нечего, приходится это делать. Аккуратно, аккуратно, я аккуратно делаю ушко. Вот, аккуратно, еще раз говорю, пальцем чувствую все выемки, все пазухи, ушки. Мы аккуратно вытираем, все готово. Ну вот, видео заканчивается, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду показывать еще, как ухаживать за нашими питомцами. Пока!